Актриса поучаствовала в съемках шоу «Слава Богу, ты пришел». Компанию ей составили Федор Смолов и Вадим Галыгин. Настасья Самбурская стала гостьей нового выпуска шоу «Слава Богу, ты пришел». В юмористической программе, которую телеканал СТС покажет уже 12 апреля, Сергей Светлаков предложил актрисе перевоплотиться в футбольного тренера, но не обычного, а гламурного. Настасья будет требовать от футболистов надевать розовую форму и устраивать танцы, забивая мяч в ворота противника. Правда, сама артистка оказалась не слишком довольна собой, отметив за кулисами съемок, что подобные импровизации ей удаются не всегда. «Я расстроилась, все-таки импровизация, не мой конек», — призналась знаменитость. Компанию актрисы составили Федор Смолов и Вадим Галыгин. Футболиста на съемочной площадке атаковали жена и любовница, а звезда Comedy Club примерил на себя образ Айболита. В итоге участники шоу устроили смешные соревнования «Мама, папа, я, спортивная семья». Также Самбурская получила от ведущего программы почетное звание. Светлаков вручил актрисе погоны маршала за огромную армию солдат, подписчиков ее аккаунта в Инстаграм. Как заявил шоумен, в этом Самбурская уступает только звезде соцсетей Ольге Бузовой. «У тебя 10 миллионов подписчиков. Бузова, генералиссимус, а ты маршал», – пошутил Сергей. Отметим, к настоящему времени число пользователей, подписавшихся на блог старшей по званию соперницы Настаси Самбурской, перевалило за 15 миллионов.